YouTube, can you hear? Do you like to speak English? Забыла уже? Yes, sure. Yeah. Замет. He's eager to speak foreign languages. Замет. Ты мне сказал, чтобы я батюшке передала. Ты тоже забыл? Я забыл. Володя, у тебя переноска есть дома? Только здесь. Где там? Вот здесь. Вот. Только вот это. Вот это? А что там, машину? А? Машину включить? Ну да, хотел. А то я не взял свою. Да, прямо. Мне кажется, ты недавно платила. Нет, давно. Да нет, я не взял машину на уроке сегодня. Пожалуйста. Ну да, машину включить. Заходим сюда, заходим, братья и сестры. Успевайте, а то разберут сейчас. Чего? Да вон траву. Календула и ромашки. Ромашки у меня море. Календулы у меня немного. Толкование читаем. Надо полиция. Да что-то Россия заболела? Нет, здесь. Травку. Из коридора все сюда заходим. Царю небесный, утешителю души истины, и живи сердце, и вся исполняет сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселися в мы, и очистены от всяких скверны. И спаси, блажи, души наша. Господи, благослови наше собрание, прибудь с нами и в этот воскресный день, умудри нас. Дай нам все услышанное здесь принять с верою. Раствори это любовью друг к другу. Тебе же славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 12 глава, 16 по 21 стих. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю больше. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Толкование. Не в одном местечке, но во всем после богача был хороший урожай. А он был так бесплоден,
в милосердии, что даже чем, что прежде чем получил, удерживал уже за собой. И бедняк говорит, что мне делать, я не имею. И богач говорит, что мне делать, я не имею. Что же мы получаем от того, что очень многим, что очень много собираем? Спокойствием мы не пользуемся, и очевидно, от забот. Разве только собираем себе множество грехов? Сломаю житницы мои и построю большие. А если на будущее лето урожай в поле будет еще более, ты опять сломаешь и опять построишь? И какая нужда ломать и строить? Утробы нищих, вот тебе житницы. Они могут и вместить многое, они и неразрушимы, и нетленны, ибо небесны и божественны, так как питающий бедного питает Бога. Вот и еще безумие богача. Хлеб мой и все добро мое. Он не считает их даром от Бога, ибо в противном случае располагался бы относительно их как приставник Божий, а считает их плодом собственных трудов. Я, говорит, не имею никакого сообщника, не буду ни с кем делиться. Все это добро не Божие, а мое, поэтому я один буду и наслаждаться им, а Бога не приму участником в наслаждении им. Это явно безумно. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Сам назначает себе долголетнюю жизнь. Как будто и долголетие он получил от возделываемой им земли. Неужели и это произведение твое? Неужели и это добро твое? Ешь, пей, веселись. Прекрасные же блага души. Есть и пить есть благо души неразумной. Впрочем, поскольку ты и сам имеешь такую душу, то справедливо предлагаешь ей такие блага. Но благо души разумной состоит в том, чтобы уразумевать, рассуждать, увеселяться законом Божиим и благими размышлениями. Для тебя недостает безумный есть и пить. Ты предлагаешь душе своей следующее, затем... Простите, для тебя недостает безумный есть и пить. Ты предлагаешь душе своей и следующее, затем постыдное и скоредное удовольствие. Ибо очевидно, что Господь словом «веселись» обозначил страсть распутства, которая обыкновенно следует за пресыщением, явствами и питьями. Об этом говорится в послании Филиппийцам в 3 главе 19 стихе и послании Ефесянам 5:18. Но Бог сказал ему не потому, будто бы Бог беседовал с богачом, а слова эти имеют такой смысл, что когда богач так гордо помышлял в себе, тогда Бог сказал ему, ибо это подразумевает притча. Бог называет богача безумным, потому что он в душе своей полагал советы самые безумные, как мы показали. Ибо всякий человек безумен и суетен, как и Давид говорит, суетится человек, и притча этому та, и причина этому та, что, цитата, собирает и не знает, кому достанется то. Псалом 38:7. Ибо как не безумен тот, кто не знает, что мера жизни в руках одного Бога, и что никто сам себе не может определить жизни. Страшные ангелы, как бы жестокие сборщики податей, возьмут у тебя душу твою против воли твоей, поскольку ты из любви пожить присваивал себе здешние блага. У праведника не отнимают душу, но он предает ее Богу, и отцу духов с радостью и весельем, и не чувствует неприятности при отложении тела, ибо он тело имеет как бы легкую тяжесть. Но грешник
оплотени в душу, сделав ее телом и землей, чрезвычайно затрудняет отделение оной. Поэтому и говорится, что душу возьмут у него, как бы у какого упорного должника, преданного в руки жестоких сборщиков. Не сказал Господь: «Я возьму душу у тебя», но возьмут, ибо, цитата, «души праведников в руке Божией». Премудрость 3.1. «И поистине от такового ночью возьмут душу, ибо он не имеет озаряющего света богопознания, но находится в ночи богатства любия, и омраченный ей захватывается смертью». Так, кто собирает сокровища для себя, тот по справедливости называется безумным и не успевает привести в исполнение свои намерения. Но в самое время составления планов решительно исторгается из среды живых. Но если бы он собирал для бедных и для Бога, с ним не было бы так поступлено. Поэтому будем стараться богатеть в Бога, то есть на Него уповать, Его считать нашим богатством и хранилищем богатства. Не будем говорить «благо мои», но «благо Божие». Если же благо Божие, то не будем отчуждать Бога от Его благ. Богатеть в Бога значит веровать, что если я и все свое отдам и истощу, то и тогда ни в чем необходимом у меня не будет недостатка, ибо сокровища моих благ есть Бог, я отворяю и беру, что нужно. Господу нашему слава, веки веков. Аминь. Спасибо, Христос, брат. Игнат Ильич, ну мы уже имеем опыт, поэтому вам слово, пока не разошлись. Да. Я попросил бы, там Библию положил, откройте на закладке 1 Коринфянам 12:10. И посмотри, где предложение начинается, может, предыдущий стих. Да. Давайте с 7 стиха, первое послание Коринфянам, с 7 стиха. Так, громче. «Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом». Понятно, подожди, вот знание и мудрость, а чем они отличаются? В народе это просто высветилось. Знающий человек, он много знает, большой опыт. И он попал в яму и знает, как оттуда вылезти. Где как копать, что подставить, чтобы вылезти. А мудрый знает, как туда не попасть. То есть это намного шагов опережает. Вот знание и мудрость, Библия разделяет это. А люди, ну, не всегда знают. Знание можно добыть в университете, а мудрость нельзя добыть. Раньше фильм показывали, Несторка, там украинский. Образование, к образованию голову надо еще приставить. Дальше. Дается, притом не сам ты добыл, а дается. Ты можешь учиться. Вы знаете, Сергей Радонежский, он двоечник. И когда он встретился с каким-то иноком, он: «Что надо тебе?» То спросил, благословен. Говорит: «Знание не дается, ничего не помню. Братья учатся отличники, у меня едва тройка идет». Какой-то просфору дал, да еще от просфоры, что ли. Назад и пятерки пошли. Неграмотный человек, роман. И монахи решили его подставить. Он считать не умеет по слогам. А на завтра тут патриарх приезжает. И решили его высадить, считай теперь апостола. А сами уже стоят и ухмыляются в рукавичку. Он вышел, достал говорить и так запел. Говорится, стены заколебались. И с тех пор вошел в историю как роман «Сладкопевец». Такие стихиры, такие песнопения, такие акафисты. А почему? Он увидел, как Божья Матерь подошла, взяла его и что-то дала ему съесть. Ну, возьми книгу, съешь. Сладко будет, а во чреве горько. То есть события начнут развиваться, лучше бы не знать.
Вот я попутно вчера, меня интересует, я знаю, что меня осуждают за это, а одна личность. И сегодня совет, российский уже здесь, историки заговорили. Весь мир согрешал, и согрешал очень сильно. Представьте, царь Николай, такой 13-й год перед войной, это самый высокий процент прибыли. 3 миллиона почти каждый год добавляется народу, за вычетом смертных. Чистом. Дальше. По всем отраслям, по науке, по машиностроению, по добыче угля, по выплавке в Европе на первом месте. В 36-м году это прямые выплавки было бы на первом месте. Приходят. А что, живут, Бога забыли, показывают, как Шмелев описывает. Все есть достатки. А от храма-то отошли, от Бога отошли. А дальше Господь показал, а вот они пришли. Самого дикого, самого необузданного, самого коварного человека поставил на голову их. И пророчество говорило, вил. Это же пророчество. Владимир Ильич, но он Ульянов, ВИУ, не получается. У него, говорят, 112, что ли, кличек было. Наконец остановился на букве ЛА. И какой Ленин? Ленин, то есть, ну, Ленин, чей? Мы Елена Барабаш, зовем Лена, ну, кратко. И кто-то говорит, да тут приехал брат Ленин. Брат Ленин. Так откуда он мертвый вроде лежит? Он чей именно? Еленин. И он на этом застрял. И что? Подряд все порубили. Самое развитое, ну, православное, под ноль. Священство под корень истребить. Дворянство под корень. Казачество под корень. Более жестокого человека, так очень подробно Дмитрий Смирнов говорит, его не хоронить ничего нельзя здесь, только в пепел и где-то в космическом пространстве распылить. Большего злодея не было, он в миллион раз хуже Гитлера. Тот из праха поднял страну. Ну, инфляция была, кирпич хлеба стоил 2 миллиарда марок. А сейчас говорят, я как раз про Адольф хочу сказать, сколько покушений было. Сейчас посчитали, примерно 50. А вы знаете, вот тысяча, что, а однерка 3 ноля, миллион, однерка 6 нолей, миллиард, однерка 9 нолей, а дальше что? Как называть? Еще 3 ноля добавить, как будет называться? Триллион. Триллион. А потом квадриллион, а потом квинтиллион. Но это в какой степени? Вот в 12 степени. Так вот. Сегодня зарядили в технику и показали. Вот когда он шел, пусть поднимали Гитлер, и в расстоянии 3 метра, ну 3 метра это вот ближе, чем это, из винтовок стреляли, охранник рядом, все убиты, живой совершенно. И оказывается, одна 50-я часть триллиона, что его бы убили. Это невозможно, сколько было покушений. Все, заготовили, все, самолет, посылку с ним вместе, с Гитлером-то не сработало. Почему? Температура на 1 градус меньше и не сработала, Англия пристала. Другой, ну, который на 20 июля, в 44-м году-то было, портфель мешает, оставил, вышел, наверняка убьет, но было два заряда, он поставил один, у него, во-первых, пальцы оторваны было, с одним глазом был, в пустыне, с Ромелем там он был. В это время, когда он вышел, кому-то помешал. Всегда было совещание там. В этот день разжарило, вышли там, где, ну, все, нарочишь на это. Если бы в бункере было, все погибли до одного бы. И кто-то ногой подвинул в другое место. Карту разворачивает так, что Гитлер склонился и залез на стол. А стол дубовый-то. И он чуть-чуть его маленько там, ну, оглушило, там прочее, осколки. Это невозможно. И вот юноша показывает, какой готовится на него. Я попутно хочу сказать. Теперь сегодня рассматривает. Он пистолет готовил, пристрелял, все. С Швейцарии приехал. И в это время, когда его проходить, в это время люди скинули руки. Он ничего не видел, где он. Когда увидел, уже далеко машина прошла. И он все время в открытом ездил к автомобилю, держался за ручку. Открытый в иных государствах везде. Покушение было одно за другим. Ничего не... Он говорит, вы меня не убьете. Это явно, что пришел человек наказать бич Божий. Я делаю особый вывод. Меня интересует, покаялся он или нет. Покаяния не было, похоже. Меня только он один. Ни Ленин, ни Сталин не интересует. Одна 50-я триллиона части только возможность, чтобы случилось убийство его. Нет, он говорит, меня не убьете. То есть, а как
А у себя пистолет, я сам себя застрелишь, может быть. И поэтому мы должны довериться Богу. А покушение, покушение ничего не дадут. Там, когда Ольга была Чехова, приближенная у него, русская, с ней связались, и все уже, заряд, все, он в театре был, спустить оттуда, чтобы взорвать. И в это время прямое указание Сталина. Тот проснулся, да сегодня взорвут Гитлера. Немедленно остановить. Сталин предотвратил убийство Гитлера. Так же был и с Черчиллем. Уже все приготовили. Там он где будет, там неизвестно, там сколько бомбардировщиков будет. Не надо. Иначе разговаривать будет не с кем. То есть это не за... Почему? Казнь пришла. И Ленин точно так же на своем месте. Вот теперь открывается все это. Не злиться, не говорить там что-то. Господи, мы согрешили, и поэтому придет царь Тир, придет царь Навуходоносор, придет Ирод, он нам узду ставит в рот. Не хотели это? А как? Ну, мы остались живые. Ну, ладно, живые. Революция прошла. Дальше раскулачили. Опять раскулачили невинных людей. 12 миллионов погубили лучших тружеников. Почему мы работать-то не умеем? А дальше вот она война, подряд все. И в первые же дни 4,5 миллиона пошли в плен. Из них только там процентов 20, может, осталось живые. У Бога вымерено все. Там ты остался, здесь остался. Царствовать не будешь, я тебя заставлю идти туда. И показывает, какие толпы идут, пыль до неба. Вот это все я сейчас все рассматриваю, и сейчас это все увидел. Господи, научи никогда не роптать, никогда не выдумывать ничего, ждать. Ждать. И тогда все подойдет к своему месту. И вовремя Наполеон отступит, вовремя Гитлер наведут где надо. И что у нас где бывает, научитесь благодарить Бога за зло и за доброе, как Ев говорит. Неужели за доброе благодарить, а за злое не будем? Вот это я сейчас прочитал. Читай дальше. Значит, два мы разобрали, три. Дарования. У нас их нету. Или есть они. Так, повторю, 8 стих. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. 9 стих. Иному вера, тем же духом. Так, обожди. Как это вера? Да вера, мы все верующие. Оказывается, вера два. Одна вера спасительная, а другая чудотворная. Я этого не знал, я вычитал из Златоуста. То есть все время надо просить у Бога, Господи, ну вера-то всем, как дар, это дар, дар, но не особый дар. Люди верят и в других религиях где-то. Вера. Это нельзя поверить, как? Как он мог воскреснуть, когда проводено все у него? Вера. И дальше. Вера чудодейственная. Иному дары исцелений. Ну, у нас исцеление было, Анхронштадтский, там другие хоть как-то были. Тем же духом. 10 стих. Иному чудотворение. Смотри, вот дар духа исцеления. Мы молимся, ты, Господь слышит. Вот у нас человек сидит, мы как все молились. И он приходит в радость для нас. Мы не знали, встретится ли когда-то, тем более, везут в другой город, и реанимация сзади плывет. Это Бог делает так. Дары эти, мы не знаем, чьи, как, но мы все молились. И Богу возблагодарить надо. И кто исцелел, не забывай это. Все в руке Божьей. И дальше. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Вот все это, я сегодня утром этого только дошел до этого, все висит на одном. Развлечение духов. Исцеление есть у буддистов? Есть. Там такое мой. Как она говорит, ну, у нас доказательство, что наша вера есть, у нас мощи. Какие мощи-то, посмотри. Ну, видно, что труп лежит. У них проходит 300 лет, и кровь как будто пульсирует. Вот этот, как Эрнст ездит, профессор по ним, везде. И мы, говорит, стали подходить к пещере, и энергетика такая, что нас отбросила. Экспедиция из Российской Федерации. Молдашев. И за руку беру, говорит, рука у нее теплая. 300 лет прошло. То есть доказательства на их стороне, не на нашей. А развлечение духов подсказывает. Это благодатью Божией. Как и должно быть. А там сатана все что угодно может сделать. Он тебе может другую кровь накачивать каждый день.
развлечение духов. Где бы кто что ни говорил, ты сам понимай. Потому что исцеление, вот мы, ну я показывал где-то, он выступает. Выступает и дальше вот так поворачивает. До горизонта люди стоят. И почти замкнулось, ну только сзади дома. Это все люди, которые одновременно поднимают руки, плачут, молятся, он исцеляет ребенка парализованного, поднимает. 50 миллионов через него пришло. А кто он? А вот теперь вопрос, кто он? Не православный? Нет. И все это вот на этом психозе построено. В Африке. Вот и все. Недавно только мы считали, было показано протестантов, то есть баптистов, адвентистов, это все вместе. 300 миллионов. Сегодня, я не знаю, насколько это достоверно, цифра приближается к 700 миллионов, кажется. Сколько новых людей. Это вне церкви. И вина наша. Проповеди нет, Евангелия не знают. И люди идут в всякую беду, где бы не услышал, а там хорошо. Вот они приезжают туда, и корабли, составы идут с рисом, помогают. Они голодные, ничего нету. Кормят, мешки показано таскают, и поднимают руки, поют все, что надо, делают. А мы ничего не можем сделать. Единственное, только молиться и плакать. Творить милостыню по силам, какая есть. И так, развещать духов. Начинает человек что-то, как говорят, копушиться. А ты узнай, какой дух. А я вот это тоже, а огонь или просто гнев. Это все дух, развещение духов. Какие? А я на то, что никогда не уступлю женщине, то другое там, она не раба тебе. Это тело твое. Да так, ты должен быть главою, но дальше ты смотри за этим. Приехал тут баптист один отдыхает, поет, работать не хочет. Его спрашивает наша Михаиловна. Ну а жена-то верующим кулаком поставила, куда она денется? Это еще курица, петух догнал, потоптал и пошел домой. То есть дух тебе подскажет, как и держать строго, как Исидор Пелосиот говорит, чем строже ты обращаешься, тем больше она привязана к тебе. Она знает, что ты не дашь ей пасть. Ты ее вытащишь из любой беды, чтобы она уверена была в этом. Вот это развлечение духов. Это в семейной жизни. Выскочки, дети, как они ведут себя, кто виновен. Дух покажет, виновен я не учил, я не наказывал. А Павел пишет к евреям, говорит, есть ли такой отец, который не наказывал бы детей? Он задает вопрос. Его ответит только, да нет таких отцов. А если остаетесь без наказания, значит вы незаконные дети, а приемыши какие-то. Помните, апостол Павел пишет тогда. Итак, мы должны наказание воспринимать и как от Бога. Не просто так. Я заболел, почему ревности не было, жил как хотел. Да, хороший, да, не пьет человек, не курит. Там 10 детей у него. А к Богу не тянется. Видно, что теплохладность. Вожги. Умоли Бога послать огонь веры. Где говорится Слово Божие, чтобы ты бежал туда. Чтобы ты криком кричал, меня возьмите с собой. Это дух, развещение духов. А сегодня не развещают. Ты попробуй, докажи ему. Вот когда сегодня там я вышел, свидетель Иеговы, я говорю, а мы свидетели Иеговы, а не вы. Мы от апостолов идем. А вы лжесвидетель под именем Иеговы. Он сразу затих. Зачем вы другую Библию пишете? Кто Христос? Разве это Архангел Михаил? Архангел Михаил превратился во Христа. Ну, безумие просто полное. Итак, развлечение духов поможет нам устоять православными, поможет нам быть едиными. Вот у нас нынче крестились, которые люди. А ходить заранее говорили не будут, их нет ничего. И когда я с такими людьми встречаюсь, что они ничего нет, они вернулись на прежнее, ничего нет. Ни собрания нету, ни занятий, у них ничего нет. А я сам по себе. И главную роль там играет жена. Я это тоже только нынче узнал. И поэтому мы с мужиком работаем, а женщина женщина. Как с ней говорили? Она только сказала, видите, все под... Что? Мигом уже забегал, как будто никогда ничего не было. А как? Это заранее было видно. Вот сейчас у нас молодожены потеряевки. Вы их знаете, как звать? Терентий и Екатерина. Я просто прошу, молитесь, чтобы Господь сохранил их и ни в одну сторону не склонился. Потому что верующие люди, я его знаю, ее мало знаю. И поэтому они нуждаются, особенно в это время, в поддержке молитвы. Пусть они не знают, а мы будем молиться. Я каждый день поминаю мы на молитве. Господи, устрой их жизнь по воле Твоей Святой. Чтобы родители признавали, как родители, теща, там, тесть, свекровка. Нужна помощь. Не забудешь? Молись, потому что тебе она подходит.
У меня один брат вот, стали говорить, он говорит, у меня свои подрастают, надо думать о них уже, а не просто лезть в чужую семью. Где бы что ни услышал, молись. А мы многого не знаем. Разве Рамзан Кадыров знает, что мы каждый день молимся о нем? Он дверь захлопнул оттуда, откуда все террористы. Нигде не взрывов, ничего нету. Его уже, наверное, десятки раз к смерти приговорили. Ну, отца-то Ахматова взорвали-то вместе с полковником здесь. Итак, нам дается одно повеление. Молитесь за старей, за начальствующих. Не на Майдан идти, не с правителей смещать, а молиться. А как? Чтобы сдавали... Я молюсь такой молитвой. Господи, чтобы они издавали мудрые законы. Дай им страх твой. Чтобы дали достойно жить людям, дабы было из чего уделять нуждающимся, а не просто на прожиточный минимум. Ниже прожиточного минимума полстраны живет. А другие каждый месяц получают, он выступает, щебается Анатолий и говорит, мы не знаем, куда деньги девать. А Иннокентий Сибиряков знал, куда. Знал. Потому что золото из золотодобычей был. Сейчас фильм и такой есть. Так, запомните, Иннокентий Сибиряков. Посмотреть. Его судить вначале ненормально, отнять у него все, потому что никому не отказывают. Каждый день до 300 человек. Студент, он открывает новое. Деньги по-нашему... Говорит, он помог 750 тысяч. Отпустил там где-то. Сразу. А так говорит, по-нашему 750 миллиардов. Золотопромышленник, все успешно идет. Рабочим построил там самые лучшие жилища. Детей учить бесплатно. Миллион. Но много ли таких? Он один вошел в историю. А остальные хватали, бросили. Я попросить бы Игоря Владимировича с женой поговорить, чтобы она нашла, кто хозяин золотопромышленник был. Я не могу его найти. Они сами не знают. Не знают? Нигде нету. Вот такое здание, где они сейчас, музей находится. Это один человек владел. Знаю только, что когда этот он владел, оно было меньше здания. А потом пристройки были. Может быть, так. Ну, я к тому говорю, что было. Надо... Ну, да. Какой дух обе говорит, что я сейчас зажал и никому ничего не даю? Какой дух побуждает? А я сейчас поеду туда. А выпросил у Бога, от Бога ли? Развлечение духов. Вот он приехал здесь. Потеряю кто-то. Ну тут на виду. А бывает так тайно, и ты его не узнаешь. Будет землетрясение или нет. А может землетрясение нас трясти будет от него? Вот это я и хотел сказать. Больше я ничего не могу сказать. Высказал все. Спасибо, Христос. Еще у кого есть слово? Ну а болящих все слышали? Если как был оглашен. Татьяна Кузьминична нет? Да. Лена Политыкина звонила, она приболела. Сама или дочь? Сама. Сама Лена. Еще. Валентина Барышникова не вижу. В прошлый раз ее, по-моему, тоже не было. Тоже не было. Ну, она... Надо позвонить, спросить, что у нее там. Танечка, позвоните. Я позвоню, как позвоню. Хорошо. Маргарита нет. Неизвестно, что с Маргаритой? Нет, ничего. Никто? Да, Ваня. На прошлый раз. Что ты хотел сказать? Ваня, говори. Как у вас там? Больше комиссии не было? Просят? Нет, слава Богу, пока не было ничего. Так, подчиняются тебе? В твоем семействе? Не опаздывают на занятия? Енафа сейчас там у них. Почему Енафа-то? На первом месте она руководитель. Ей бразды правления. Ей, да, я с нее спрашиваю. Да? Ну, молодец. А вы слушаете сегодня? Да. Не опаздывают? Управляетесь? На занятия? Ну-ка, посмотри сюда. Как с учебой? Она не опаздывает. Енафа. Вроде. Она сейчас не живет у Людмилы Степановны? Людмила Степановна сейчас она... Нет, она уже ушла, потому что у меня сын приехал старший. И там к нему еще ну, приходят. Понятно. Тоже это. И поэтому она сейчас вот под ее попечением. Как с учебой? Все нормально? Да. Как вроде, вот это, знаешь, искорени, вот это слово, это лукавство. Вообще. Вот это слово никогда вы больше не употребляйте. Ты должна сказать, да, нет, Мавроди да, нет. Какой-то, Мавроди. Вот, всегда ты мне так отвечаешь, да, вроде. Всегда. Ну ты как-то записывай, если не знаешь. Нет, я говорю, что это нет. Да, вроде, заходите. Тоже говоришь вроде, да? Степан, всегда. Да, такой. Да, вроде. Вроде. Вроде Володя, наподобие ежа. Вот это ты уже соврала, когда вроде сказала. Да. Значит, забудьте это слово. Гуны. Понятно? Не знаю. Это лукавство.
еще. Моя мама Валентина Арефьевна, кто ее знает, передает всем поклон. Вот. Спасибо, Христос. Здоровье у нее вчера восстановилось, и вчера опять пошатнулось резко. Значит, прошу молитвы, значит, что произошло? Она мне звонит. Сынок, у тебя деньги есть? Я говорю, да есть. Сколько надо? 10-300, таким голосом умирающим. Что случилось, говорю? Да у меня окно тут пластиковое заклинило. Вызвал мастер. Сейчас я ему трубку дам, 10-300 требует. Заклинило. Я трубку-то беру, он говорит, вы знаете, тут 12 лет окнам, там все уже... Прям вот оно сейчас вот выпадет, надо вот прям, говорю, так новое, говорю, сейчас столько. Новое? Да вроде, я говорю, 65 тысяч новое стоит сейчас. Да нет. Сколько? 4 тысячи. Ну, я тут по телефону-то все ему, что о нем думаю, то я ему все ему вывалил. Значит, я приезжаю, он уехал, маме плохо. А он сначала просил у нее 25. Как, говорит, у меня, а потом я, говорит, уже согласилась, то есть он мошенник профессиональный, разломал все это окно и разворотил, плинтуса оторвал, оно сейчас у вас через 2 часа выпадет, вот прям профессионал. Я говорю, ты его хоть запомнил это, да, я что, вот, а он мне еще, я ему по телефону-то начал маленько-то мозги-то вправлять, он, у меня телефон сейчас записывается, я вас там за угрозу там жизни там, вот. Я говорю, ты знаешь, что, говорю, беги отсюда, пока я не приехал, говорю. В общем, такая история. Будьте бдительны, мошенников сейчас. Я почему так себя повел, потому что ко мне приходили же такие же мошенники, отремонтировали мне компьютер. С вас 12 тысяч. Я говорю, ты что ж мне сразу не сказал-то, что 12? Ну, уже согласились, что я ремонтирую-то. И вот он сидит, не уходит, я милицию вызвал, та не едет. А потом он позвонил, 4 300. То есть они всегда так цену завышают раз там, 10. А потом, ну ладно, ладно, у нас тут со скидкой. Вот, то есть это профессиональные мошенники, все равно 400-300 отдал, и у меня после этого компьютер. А куда деваться, он сидит, не уходит, менты не едут. Ну, езжай, тебе что, бог тебе судья. Полицейские не едут. Полицейские, да. Да, мошенники сейчас развелось. Полицейские вы приехали, понимаете? Очень много. По телефону. Удивительно, откуда они берут. Не думал, откуда они берут, знают мой телефон-то. Называют и фамилию, и имя, и отчество называют. И начинают. Я следователь там такого вот комитета. Следовательского комитета. Откуда он? Вот давайте, вот, я говорю, мы разговаривать не будем. Вот когда вы предъявите мне удостоверение, тогда мы с вами будем разговаривать. И сразу его в черный список и все контакты удаляю. Что угодно. Звонят там, вы знаете, вот у вас тут это, вы вот рассчитывались недавно, там по интернету заказывали, еще что-то там, в магазине покупали, а у вас там вот должно быть возврат какой-то, денег там, еще что-то, кэшбэк так называемый, а вы не получили. Вот и начинают мозги вправлять, уши, на уши лапшу вешать. Не разговаривайте ни с кем. Пока вы человека не увидели, не говорите ни о чем. Уже были у нас. Да, различайте духов, простите. Да, различайте духов. Сегодня об этом разговор. Да, особенно на пенсионеров это рассчитано. Так что ни с кем посторонним не разговаривайте. Если не знаете, по голосу не узнаете, не разговаривайте. Да. Хотели поблагодарить за молитву, кто молился. Марину привез, я прилетела утром. Здесь, слава Христу. Аллилуйя. Тетушка живая? Нет, пока живая, но там уже не будет. Так, еще живая. У кого есть слово? То же самое, что у нас. Ну, как наблюдатель скажу, возьмите за образец Ксению и подойдите, посмотрите свои. Петербургская? Нет, нашу Ксению. Вот когда закрыто все, вот, ну, вот это не только благопристойно, а даже ну, это красиво. А что, другие не так, что ли? Ну, я не могу понять.
О, да, тоже. Ну, как мама, ну, яблоко от яблони, далеко не падает. Енафу возьмите, она вообще ходит по этой юбке, хотел, кстати, сказать, ты споткнешься скоро. Немножко такой приподнимай, она прям лежит на полу. Одним словом, я вот ну, как сказали, так и делаю. 10 сантиметров можно. Особенно бывает так вот, она как будто вроде спереди она нормальная вроде, да, а сзади-то там она же еще когда кланяется, там бывает вплоть до неприличного. Ну никаких нареканий-то нет, не было на собрании вообще. То есть у нас вообще у нас полностью искоренено отношение, вот, вернее, определено отношение к юбкам сестер. К одежде. Если раньше, помню, постоянно какие-то там были замечали, сейчас нету ни вообще. Так, еще у кого есть? Ну, если все исчерпали поездки дня, значит, завершать будем. Молимся, песнопение и занятия. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рочую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также посвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и наславным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твоего, Бог Иегова. Дух Святой заставит нас не признавать никаких иных богов попия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Боже наш, прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, дивный наш Создатель. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Всемогущий, Всевышний Создатель, мы умоляем Тебя, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради Голгофской страданий Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, ради пролитой крови Его, мы умоляем Тебя, Боже, прими нашу молитву и исполни о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и сохрани и помилуй. Аллилуйя! Аминь. Аминь. Говори, Господи Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. 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 Спасибо. Во славу Божию.